Белочка. Здравствуйте. Здрасте, я пришел к Нарин Сноу. Проходите. Нарин, тут кто-то к тебе пришел. Иду. Привет. Привет, меня зовут Патрик, и я тот самый водитель. Я больше не буду ходить. Мне так жаль. Жаль тебе. И я принес вам цветы, не знаю, насколько это уместно. Давайте-ка я поставлю их в воду. Не буду над вами нависать. Я не могу спать. Я только и делаю, что вспоминаю аварию. Она воспроизводится у меня в голове снова и снова. Слушай, я оценю, что ты пришел сюда лично, но мне не интересно. Роль твоего утешителя на данный момент, хорошо? Да. Да, я понимаю. Давай спишем все на то, что аварии случаются. Иногда очень подлые, но случаются. Я просто должен был прийти к вам и сознаться, что авария случилась, потому что я был в телефоне. Ты набирал сообщение? Я так виноват. Знаете, по-моему, уже хватит. По-моему, вам пора. Спасибо большое, что зашли, очень благородно. А что ты последнее успел набрать перед аварией? Мне кажется, нам не надо это знать. А я хочу знать! Она хочет знать, чтобы закрыть гештальт. А надо было купить себе белочку. Что? А надо было купить себе белочку. Кому ты это написал? Моей подруге Клэр. А почему Клэр надо было купить белочку? А, нет, это такая шутка у нас. Это из фильма «Крысиные бега». Это были 6 сообщений, и все капсом. А надо было купить себе белочку. А, вы не смотрели фильм «Крысиная бега»? Вы оба не смотрели фильм «Крысиная бега»? Я смотрел фильм «Крысиная бега». Нет. Там Вупи Голдберг со своей дочерью едут в машине и тормозят спросить дорогу. А Кэти Бейтс продает белочек. И они отказываются, причем довольно грубо. В общем, она говорит им, как ехать, они едут и оказываются на обрыве и слетают с обрыва. И пока они летят, они пролетают таблички со словами «А, надо было купить себе белочку». Я пойду. Если я хоть чем-то могу... А надо было купить себе белочку. А надо было купить себе белочку. А надо было засудить его нахрен, вот что надо сделать. Надо было купить себе белочку. У них только денег ебучих. Можем подать в суд на страховую компанию. Прошу на ручки. А надо было купить себе белочку. Ни в какие ворота, мать его.
Мне просто... Мне это не нравится. Не нравится, не нравится. Я никогда не буду ходить из-за... А надо было купить себе белочку. Дорогая, ты не будешь ходить, потому что один мудак набирал сообщение за рулем. А надо было купить себе белочку. Мне снова приснился этот сон. Мне этот сон снился уже раз 7 за последние 2 месяца. Короче, вот этот сон. Я ем бутерброд с пастромой. Ну и я правда ел его вчера вечером. Обычно я или с тунцом ем, или с фрикадельками, с хлебом. В общем, в этом сне я на помойке, на одной и той же помойке, и одна и та же горилла приходит и загрызает меня. Прости меня, пожалуйста, мне надо подойти. Я тебе рассказываю самое сумасшедшее, что я со мной знаю, вообще случалось. Меня. Это как будто... О боже мой. Что такое? Это женщина, в которую я врезался. И что она хочет? Вот. Сейчас будет. Ага. Да. Это удивительно тяжело смотреть на аварию в кино. О, боже мой, я не подумал. Прости меня, мне выключить? Да нет, не надо, это просто не то, что я ожидала. А что ты ожидала? Вообще, что-то не хочу больше смотреть, извини. Все нормально. Мне все равно уже, наверное, пора. Ой, у тебя планы. Ой, да не то чтобы. У меня день рождения. Придут несколько человек. Я не знала, что у тебя день рождения. О, спасибо. А ты не хочешь прийти? Ой, Нарин, привет. Привет. Не ожидал, спасибо огромное, что пришла. Ой, да не за что. Внимание всем, это моя подруга привет. Нарин. Привет. Привет. Нарин, это Грэнд, Абрахам, Шон и Клэр. Привет. А, это ты, Клэр. Много о тебе слышала. Ого, надо же, наверняка все неправда. Ну, может, кое-что. Я слышала, что тебе надо было купить белочку. Что? Я рассказал ей про нашу шутку. А-а-а. Крысиные бега. Да, угадал. О, это ж из крысиных бегов. Крысиные бега, точно. Как там? Да, да, обожаю этот фильм. Когда Патрик тебе это набирал, он врезался в мою машину и меня вынесло с дороги. Я влетела в дерево, повредила позвоночник и больше не буду ходить. По стопке? Всем еще по стопке? Да. Дневник Анны Франк. Пожалуйста, скажи, что не читал. Нет, только собирался. Спасибо, Колин. Хорошая книга. О, а это от Нарин. Гарнитура. Не просто гарнитура, с ней можно отправлять сообщения полностью без рук. Фантастика, спасибо, Нарин. Там еще открытка. Я потом открою. Сейчас открою. Хорошо. Папа, говорят, желудь от дуба недалеко падает. С днем рождения тебя, твой орешек. Очень рада, что мы столкнулись с тобой, Нарин. А-а-а. Это была единственная открытка с белочкой в магазине. Да, ну да, я так и понял. Happy birthday to you, dear Patrick. Happy birthday to you. Ура! Получилось! Thank you.
Привет. Ты смеялась над сообщением. Прости. Когда Патрик написал, что надо было купить белочку, ты тогда посмеялась? Знаешь, я особо не помню. Он... У меня был тяжелый день на работе, и он пытался меня развеселить. О, как хорошо. Получилось? Развеселил? Ну, может, немножко, да. Прекрасно, я рада. Знаешь, Патрик очень хороший парень. И он так переживает из-за всей этой ситуации. Ах, как жалко, не хочется ему портить настроение на день рождения. Он понимает, что совершил ужасную, ужасную ошибку. Я просто... Он очень хороший человек. Он очень хороший друг. Всегда поддержит. Он помогает бездомным. Это здорово. Ну да. Мне просто... Мне бы очень хотелось, чтобы вы узнали друг друга при каких-то других обстоятельствах. Да. Мне тоже. Можешь не есть. Норин, привет! Это Джереми. Привет. Мне надо, чтобы ты помог мне сесть на унитаз. Серьезно? В смысле, да, конечно. Так, опускай, опускай. Я не... Все, теперь чувствую. Сижу. Сидишь? Угу. Спасибо. Ладно. Хорошо. Так. Ой, извини. В общем, я буду тут за дверью, и ты можешь просто крикнуть в меня. Извини. Нет, ты меня извини. Нет. Это... Мне немного сложно проглотить то, что я станусь паралитиком навеки. За какого-то ебчего сообщения про белочку. И я подумала, может, есть какая-то причина, по которой ты пришел в мою жизнь. Там, например... Спасти меня от брака, в котором я теперь буквально засела. Тогда был бы какой-то смысл в этом всем, понимаешь? А, да. И я думаю, это скорее, как ты сказала, что подлые аварии просто случаются. И если бы мне нужно было найти смысл, так сказать, этого всего, то я бы сказал, что я усвоил... Никогда больше не набирать сообщения за рулем. Только вот... Сей так это знал. Это правда. Как бы. Да, я тоже знал, разумеется. Ага. Но я не по-настоящему это знал, понимаешь? А вот теперь знаю. Есть. Как бы я усвоил, понимаешь? И я больше не буду набирать за рулем. Вообще никогда. При любых обстоятельствах. Разве что на красном. Но только безопасно, когда я полностью остановился. И через что мы прошли, через что ты прошла, извини. Это такой невообразимый ужас. Но как бы... Подумай о жизнях, которые теперь будут спасены. Как бы... Честно говоря, это чем-то напоминает концовку «Крысиных бегов». Сейчас будут спойлеры, извини. Они там все на концерте группы Шрека и отдают все деньги детям и поют их тот самый хит. Это не тот финал, которого они хотели, но все-таки что-то хорошее. Потому что, несмотря на все их недостатки, они все-таки помогли детям. Хочу, чтобы ты знал, что мой муж говорил с адвокатом. И мы подадим на тебя в суд за переписку за рулем и сломаем нахуй твою жизнь. С днем рождения!
Тебе понравилось на дне рождения? Да. Закрыла гештальт, как хотела? Да. «Крысиные бега» — такой хороший фильм. Как это мы его до сих пор не смотрели? Да. Роли озвучили Дрозд и Нингрин. Перевод Нингрин, сведение звука Дрозд.